Свежепобеленный класс и коридор уже ждут учеников. Пищеблок готов хоть сейчас начать новый сезон. Здесь чистота и порядок. Проверяющие обращают внимание на сплошные решетки на окнах. Часть из них уже заменили на распашные. В скором времени, обещает директор, уберут и остальные. Была проверена работоспособность противопожарной системы. В школьных мастерских также все готово к началу занятий. Доказательство того, что инструмент рабочий, инспекция получила в подарок от школы раскладной деревянный стульчик, сделанный одним из учеников. Снова внимание органов надзорной деятельности, инспекторского состава. Надзорная деятельность будет прежде всего уделено это путям эвакуации, свободность открывания путей эвакуации, чтобы не было загромождений, не было горючей отделки на путях эвакуации и свободное открывание эвакуационных выходов. Инспекция проверяла тщательно исправность проводки, состояние электросетей, наличие первичных средств пожарной безопасности. Осмотрели даже подвальные помещения. Состояние школы комиссия оценила как пригодное к началу учебного года. Вчера проверялись только школы Ленинского округа, сегодня уже во всех других округах. Проверка должна закончиться к 25 августа и до 30-го, до начала учебного года. Все образовательные учреждения должны подписать акты готовности школ к новому учебному году. В этом году на противопожарную и антитеррористическую подготовку школ из бюджета Иркутска выделено 50 миллионов рублей. Проверку должны пройти все 74 общеобразовательных учреждения. План на день для комиссии – 7-8 объектов. И к установленному сроку проверка будет закончена. Полина Сердобольская, Александр Мокин. Новости сейчас.